Бакинская водная неделя предоставила возможность специалистам, правительственным структурам и бизнес-сектору обменяться знаниями и опытом, изучить новые идеи и найти инновационные подходы решения проблем, связанных с водой. Представитель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микайлов заявил, что проведение международного мероприятия в сфере водного хозяйства создаст основу для внедрения новых технологий в этом секторе в Азербайджане, а также запомнится дальнейшим расширением сотрудничества между местными и зарубежными компаниями. Сегодня мир сталкивается с рядом новых вызовов, и важное место среди них занимает нехватка источников воды. По словам советника представителя Государственного агентства водных ресурсов Асада Ширинова, дефицит воды остается самой большой проблемой в Азербайджане. В нашей стране, как и во всем мире, из-за климатических изменений наблюдается нехватка воды. И это, конечно же, является одной из самых больших проблем. Угроза дефицита воды стала реальностью, и мы становимся свидетелями этого. Важно, что мы, как агентство по водным ресурсам, поставили цель по обеспечению безопасности водоснабжения. И чтобы выполнить эту задачу, необходимо максимально способствовать использованию местных водных ресурсов и беречь их. В свою очередь, директор компании ИТК «Каспиан» Эдвард Строун отметил, что поддержка, оказываемая Бакинской водной неделе Госагентством водных ресурсов Азербайджана, играет важную роль в организации мероприятий и создает предпосылки для его проведения на высоком уровне. В рамках Бакинской водной недели организована выставка «Водное хозяйство», в которой участвуют 95 компаний из 16 стран. Мероприятие организовано при поддержке Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана с целью развития этой сферы в стране. Международная выставка и конференция по водному хозяйству, впервые организованная в Азербайджане, стала площадкой для поиска инновационных решений проблем, характерных для этой отрасли. Помимо этого, на выставке и конференции представлены новые технологические процессы по экономии воды. Также встреча в Баку дает возможность местным компаниям воспользоваться международным опытом, а иностранным предоставить свою продукцию на новой платформе и наладить сотрудничество. Основываясь на доступной нам информации, мы пришли к выводу, что решение проблем в водном секторе является весьма значительным на сегодняшний момент для Азербайджанской республики. И мы видим для себя большой потенциал в сотрудничестве с локальными инжиниринговыми компаниями, проектными компаниями, строительными. Поэтому сегодня мы здесь для того, чтобы наладить отношения и познакомиться. Мы представляем различные IT-решения для майнингового бизнеса, для водной индустрии, для компаний, которые занимаются строительством, девелопментом и так далее. На этой выставке мы все наши решения представляем. Бакинская водная неделя продлится до 14 марта. Организаторы рассчитывают, что мероприятие станет стимулом развития водного сектора Азербайджана и будет способствовать поиску новых решений, свойственных водной отрасли проблем.